Чё за хуйня? Он не перестал, он не делает этого. Пиздец, ему похуй просто абсолютно. Он просто автоскипает и все. Зачем смотреть носки? Полностью согласен. Визуальные новеллы должны быть запрещены. Или он кнопку зажал, я не понимаю. Типа, он зажал кнопку или он скипает? Он зажал кнопку. Он все время зажимает кнопку. У него кнопка зажата. Извините, да. Бля, ну тогда это легитимно. Тогда это легитимно, тогда нет вопросов. Но если не поставлено в настройках автоскипывание. Типа, иногда нужно в настройках поставить автоскип в новеллах, насколько я знаю. Типа, все тогда только удерживается Ctrl или нет? Он поставил автоскип в настройках и зажал его. Нет, это пиздец, это нелегитимно, я считаю. Это максимально легитимно. Кнопку... Пиздец, это упрощение максимальное. Это упрощение игры, блядь, это жопа какая-то. Я люблю факера, но это, блядь, супер машина, чуваки. Ну да, я же... Ну вообще, по сути, да, у меня же не скипается только с моим нажатием. Бля, пиздец, почему факер это делает? Это же супер нечестно. Почему мы должны отвлекаться от игры? Это же пиздец, он же придумал правила. GovDS. Богдан, что ты мне там... Ты мне не скажешь ничего интересного. Да пиздец, я ливну нахуй с КПГ, если конечно, факер будет играть не так. Интересного там. Типа, это невозможно. А в смысл? Он просто делает, что хочет. Продолжится... Еще раз. Здорово, факер. Да, привет. Я тебя не слышу, кстати. Я не слышу. А вот все, я слышу тебя. Все, я тебя слышу. Молодец. Чувак, почему у тебя так быстро проходит игра? Можешь объяснить? Ну, потому что это новелла. Ну и чё? Ты должен нажимать каждый раз на кнопку. Почему? И, ну, блядь, потому что... Ты что сделал? Ты в настройках поставил скип? Быстрый скип? Скип диалогс, all. Ну, ничего нельзя ставить, чувак. По дефолту почему? Ничего нельзя почему? Ставить. Потому что как, ничего нельзя как менять. Ну нет, подожди. Это охуенно упрощает игру, чувак. Это гораздо быстрее ты проходишь игру, блядь. Это не упрощает игру. Это упрощает, ты её, блядь, проходишь со скоростью света. Ты в курсе, Богдан, у тебя летят, блядь, буквы. Богдан, у визуальных новелл нет сложности игры в принципе. Блядь, это просто текст, чувак, это упрощает. Идет. Это упрощает. Текст летит со скоростью света, ебать. Конечно, ну, да, это упрощает. Ну, в смысле, что? Ты проходишь 1000 раз быстрее игру, чувак. Это упрощает пиздец. Я проходил визуальную новеллу, нажимая на кнопку, блядь, как уёбище, блядь, 300 лет. Чувак, ну, я считаю, кто тебе судья, если ты так делал? Блядь, чувак... Ну это не упрощает игру. Это упрощает считаю, игру. Что... Это нет. Упрощает игру, чувак. Упрощение пиздец. Игру... Нет, Богдан, упрощение игры это то, что делает игру сложнее или легче. Ее сложнее и дольше это... проходить, нет, подожди, блядь, когда ты нажимаешь на кнопку. Дольше не равно дольше сложнее. Дольше равно сложнее. Ты, тебе нужно усидеть, потому что за компом дольше ты сидишь, блядь, и охуеваешь, нет. Потому что. Ты это сидишь это... и жмешь на ебаную Богдан, кнопку, я тебе говорю, чувак. Времени. Ты сидишь и жмешь на ебаную кнопку, так. И тебя заебывается рука, блядь. Ты ломаешь свою клавиатуру, чувак. Пиздец, я считаю, что это супер нелегитимно, факер. Супер нет, нелегитимно. А я с тобой не согласен, потому что это не упрощает игру, в которой нет сложности. Как можно упростить игру, блядь. В которой нет сложности? Это визуальная новелла. Это она сложнее нет. Становится из-за того, что тебе дольше ее проходить надо. Тебе нужно жать, нет, блядь, подожди. На кнопку 500 тысяч миллионов раз. А сейчас ты зажал а одну кнопку, мне, почему... ты поменял в начале, блядь, всю хуйню в настройках. Почему ты поменял? Ты считаешь, что время это равно сложность? Потому что чем больше ты времени тратишь на игру, тем она, блядь, по дефолту сложнее. Блядь, это же очевидно, чувак. Хорошо, тогда не врубай ни один реквест, потому что тогда ты проходишь игры на 10 нет, часов причем... дольше, чем... Чувак, нет, подожди, реквест проходишь... не находится внутри игры. Реквесты музыкальные не находятся внутри игры. Они никак так к игре не более относятся. Это внешнее вообще влияние на игру. Да, это, что, это она на игру не влияет. Оно влияет ну только давай, на сам стрим, чувак. То есть, если я поставлю кликер, если я поставлю кликер в ты не можешь программ... поставить кликер. Ты а не можешь почему? Поставить кликер. Но нет. Это же внешнее. Но это уже... Что ты сравниваешь, чувак? Что ты сравниваешь? Кликер, я сравниваю напрямую. Я сравниваю напрямую. Ты сравниваешь музыкальные реквесты и нет, кликер ты, сейчас. Ты сравниваешь время со сложностью, Богдан. Конечно. Ты сравниваешь время со блядь, сложностью. Тут даже не но дело это... во времени, а тем, в том, что в визуальной новелле ты обязан нажимать 500 миллионов раз на ебаную кнопку, чтобы увидеть окончание визуальной новеллы. А ты жмешь, зажал ее просто, блядь, и у тебя она летит со скоростью нахуй, блядь, света, блядь, вперед. Это ебаная визуальная новелла. Ты уже почти ну, да. Прошел ее. А ты должен нажимать каждый раз. Вот в этом сложность, блядь, визуальной новеллы. Ты должен нажимать, блядь. По идее, даже читать всю эту хуйню. Но ты можешь не читать, ты можешь нажимать просто это дерьмо, блядь, и все. Понимаешь, это пиздец, как, блядь, упрощает игру, когда ты зажал одну ебаную кнопку, блядь, и уже летишь на концу игры. По твоей логике... По общей, я уверен, подожди, что... Нет, я по уверен, твоей логике, если логика. Я в любой игре, если есть кат-сцена, то я должен посмотреть ее от начала до конца, потому что если я ее скипну, я нет, себе сокращу нет, время. Нет, подожди, нет, я сокращу нет, себе время тогда. Нихуя, прохожу. Нет, чувак, ты можешь скипать, блядь. Но ты должен делать это вручную, понимаешь?
не зажав кнопку... Да я вручную, так я нажимаю, это ну, же вручную, это же ты... не автоматически у меня ну... просто проходит игра. Я же нажимаю. Скажи, ты вначале зашел в настройки и нажал автоскип. Нет, там нет автоскип, там скип диалогс. Ну вот, скип диалогс, да. Ну, типа, какие диалоги я могу скипнуть? И ты зажимаешь Ctrl? Или, ну, я зажимаю, да, и что? Ну, это, блядь, супер нелегитимно. Тебе нужно Почему? Убрать скип диалогс и Почему? Нажимать вручную. Потому что так гораздо проще становится и быстрее пройти игру. А у тебя же нет повязки изи даже. Хотя я даже уверен, что если бы у тебя была повязка изи, все равно нельзя было бы эту хуйню вставить. Но... Потому что это слишком, блядь, слишком упрощает игру. Это же супер очевидно. Это не упрощает игру, в которой нет сложности вообще. Как нахуй она не упрощает игру, я если ты со скоростью света автоматически проходишь Богдан, игру? Я тебе уже объяснил, почему это не упрощает игру. Ну, давай, я это что-то не услышал еще раз. В смысле, еще раз тебе сказать, что количество времени, проведенное в игре, не равно сложности игры. А ты сейчас мне говоришь за то, что ускоряет время игры, это равно упрощает сложность. Это две разные вообще вещи. Я тебе говорю, что все твои реквесты и прочее, которые ты слушаешь, они удлиняют игру. Какие реквесты? Ты что, рофлишь? Ну, когда ты играешь во всякие игры, просто сидишь там, что-то начинаешь видос смотреть, ты же дольше игры проходишь, чем просто если бы ты вникал. Чувак, да конечно, это абсолютно другое. Это вообще другое. Значит, ты зачем-то усложняешь себе прохождение, ты считаешь? Да при чем тут это, чувак? Пиздец, ты ускоряешь себе прохождение игры, это ведь самый главный и, блядь... Самая главная хуйня, по которой мы будем мерить, кто выиграл ХПГ. А ты просто взял, зажал, чувак. Блять, это же пиздец. Новелла, она же и по дефолту супер простая. В этом же ничего сложного нет. Просто нажимать на кнопку каждый раз, нажимать на мышечку, блять, нажимать на пробел. А ты просто зажал, и у тебя просто летят на все эти экраны. Ну, я нажал на Ctrl, да. Я нажал на Ctrl, и у меня идут диалоги. Да, у тебя бы этого не было, правильно, если бы ты в настройках не поставил Skip Dialogs. Я тебе еще раз говорю, Богдан. Ты сейчас скажешь опять, что, типа, чем быстрее игра, тем, блядь, похуй, она не сложнее, если она быстрее, да? Да. Да это хуйня полная, чувак, блядь, это полная хуйня. Ты должен нажимать вручную каждый раз, я Нет, уверен. Подожди, давай так, мы абстрагируемся от механических нажатий, и просто вот скажи мне, с включенным и без включенного тебе было бы сложнее, ну, как бы, какая-то разница именно в прохождении, в сложности игры есть? Конечно, есть? Конечно, нет, конечно, нет, конечно, какая, ты заебешься нажимать кнопку, вот какая сложность. Нет, подожди, ты, я блядь, говорю, подожди, Богдан, я тебе говорю, механическая отбрось. Тебе дает где-то бессмертие это может быть, или дает тебе какие-то там автохил, какой-то этот. Нет, ты гораздо быстрее просто проходишь игру, чувак. Нет, нет. Конечно, в смысле нет, ты проходишь ее за секунду, блядь, она там летит, там даже не успеваешь прочитать ни одного слова, блядь, в смысле а нет, зачем нахуй. Мне его, зачем мне его читать, это визуальная новелла, посмотри, у нас у всех визуальные новеллы по 2-3 минуты проходятся, о чем ты? Чувак, просто я считаю, что необходимо вручную нажимать визуальные новеллы. Я так не считаю. Ну это пиздец, чувак, я считаю, что это супер мощно, это ультра мощно. Нахуй это тогда... не сложность. Скажи мне вообще, нахуя тогда играть визуальные новеллы? Просто возьми и запиши себе, блядь, пройденную игру. Так все так и делают фактически, просто блядь, кто-то дольше, кто-то быстрее. Типа единственная, блядь, сложность визуальной новеллы, если она выпадает, это проскипать, нажав на пробел, блядь, 200 тысяч раз вручную. Это же, блядь, супер очевидно, чувак. Я же давно писал, я давно вам писал в конфу, мы просто никак не соберемся. Я давно писал, давайте что-то придумаем с визуальными новеллами. Никто ничего не ответил. Ну, не знаю, я проходил визуальную новеллу, нажимал вручную всю эту хуйню. Я тоже проходил. Ну и чё? Ну, ты нажимал, я не захотел нажимать. Есть настройка. Я специально, чувак, зашел в настройку, увидел эту хуйню и специально ее не нажимал, потому что это максимальное упрощение игры. Ты изменил настройку игры, блядь, сделал ее проще. Блядь, она сделал в прохождении в 300 раз, блядь, быстрее. Это вообще никак не влияет на уровень сложности игры, потому что уровня сложности игры в визуальной новелле нет. Ты не умираешь, ты не получаешь урон, ты не получаешь хилы, левел твой не апается или еще что-то. Не происходит ничего. Единственная сложность, чувак, в визуальной новелле в том, что ты, блядь, ее проходишь относительно долго, нажимая на пробел. Это не сложность. Это не что сложность. Это тогда? Это время прохождения игры. Ну, время прохождения игры, да. Это не сложность. Время прохождения игры — это время прохождения игры. В визуальных новеллах эта хуйня, блядь, является сложностью. Это ты ее приравниваешь, я ее не приравниваю к сложности. Как можно, блядь, не приравнивать ее, чувак? Ты же такой счастливый, тебе выпала визуальная новелла. Я бы просто радовался, ссал кипятком от счастья, блядь, а ты просто взял и уносил себе прохождение даже визуальной новеллы, блядь, в 350 раз. Ну, я с суки кипятком сейчас. Блядь.
чувак. Я считаю, что это супер мощное. Я считаю, что супер мощное это то, что ты сейчас говоришь, потому что я тебе еще раз объясню. Если по такой логике можно сказать, что 10-часовой, блин, 3 в ряд это сложнее, чем, блин, какой-то платформер на 2 часа, в котором ты можешь залипнуть на 10 часов просто из-за того, что у тебя что-то не получается. Просто потому что 3 в ряд якобы дольше. Но это глупо. Глупо приравнивать сложность ко времени. Факер, просто единственная глупо. Сложность в визуальных новеллах — это время. Я буду мошнить до конца, потому что я считаю, что это нелегитимное прохождение игры. Я буду мошнить в конфе, типа, и пока кто-то появится. Не, мошни ради бога. Мошни ради бога. Я еще раз говорю, если считать время за сложность, то это очень глупо, потому что это абсолютно две разные вещи. Я считаю, что это не глупо, потому что это единственная ебучая сложность, блядь, визуальной новелли. Это время прохождения игры. Ты должен просто вручную кликать мышкой, и все, блядь, это все, что от тебя требуется. Мне вообще пишет, что у меня по дефолту стояла эта настройка. Ну, если по дефолту стояла, то вообще никаких претензий просто, окей. Типа, если она по дефолту стояла, ты удержишь кнопку, ты все, ты прав. Но я не уверен, что она по дефолту стояла, потому что я сам играл в визуальные новеллы, и там нужно нажимать эту хуйню. Короче, Богдан, я еще раз говорю, ты можешь поднимать эту тему и можешь ее полностью описать, но опиши ее полностью, что ты считаешь, что время прохождения игры это равно сложность. Ну, если касаться визуальных новелл, то да. А почему у нас не было ни одного обсуждения конкретно визуальной новеллы? Что вот для этого жанра усложнение тут, это тут одно, вопрос, а для другого не... это другое? Вопрос, почему? Вопрос как раз-таки даже не в этом, не во времени, а в том, что ты поменял настройку, блядь. Если она и правда по дефолту стояла, то похуй вообще. Если ты знаешь, какую кнопку зажать, то да, ты быстро проходишь. Но ты не можешь менять, блядь, упрощать себе игру, а меняя настройку. Я не упрощаю себе игру, тут нет сложности, тут просто диалоги. Богдан, ну я знаю, там диалоги, ты скипаешь их мышкой вручную. Бля, Богдан, я тебе... Окей, тогда знаешь что? Ну, тогда нужно сказать, что вот у тебя стоят дефолтные настройки управления в какой-либо игре, и ты не можешь их менять. Так какие я не меняю. Нет, подожди, как... именно управление, знаешь, там поменять бинт, типа, с если в игре вперед, точнее, вверх-вниз, влево-вправо стоит, то ты не можешь на ВСД переключить. Ну, управление потому что это менять. Упрощение. Нет, подожди, это же упрощение, блядь. Чувак, это же механическое упрощение. Чувак, после случая с твоим автохилом, блядь, или щитом каким-то ебаным, и с моим дерьмом, который я менял в настройках Star Wars, мы в конфе сказали, что лучше вообще да. ничего не менять в игре. Мы ничего, сказали, настройках. Что то, что упрощает... Кроме игру, управления. Это вообще не влияет на геймплей игры. Это механическое. Это упрощение механического нажатия. Ну, а не упрощение... не должно у тебя быть, у тебя не должно быть упрощение механического нажатия. Я тебе еще... быть, хорошо, нажатие. Тогда если в игре вверх-вниз, влево-вправо вместо ВСД, то ты играешь на вверх-вниз, влево-вправо, да? Потому что почему? Это упрощение механического нажатия. Почему? Стоп, это ты настройки меняешь, ты же так же нажимаешь совершаешь те же действия, просто нажимая на ту же кнопку, по сути, это ничего не меняет. Ты же делаешь так, как тебе удобнее. Ну, блядь, в настройках... Механически. Блядь, чувак, настроек это не касается. Если бы ты сказал сейчас, что в настройках можно поставить автоубийство врага, то да, я бы с тобой согласился. Но ты просто меняешь, блядь, стрелочки на ВСД. Это то же самое, просто в другом месте, блядь, на клавиатуре. Те же самые кнопки, отвечающие за те же действия, ничего тебе не упрощающие, блядь, ничего тебе не дающие. Это просто изменение настроек клавиатуры. Мы просто ходим вокруг да около. Ты знаешь, что я не поменяю свою позицию, хорошо. Ты тоже не поменяешь свою позицию. Легче просто писать в конфу, если ты прям так против. Конечно, вы все против. Я уверен буду, чувак. Ну, я уверен просто, 100%. Окей. Обсудим этот момент. Давай, хорошее прохождение игры. Да, давай. Кликая мышкой вручную. Угу, обязательно. Я уверен, что Факер нелегитимно проходит игру. Я даже не понимаю, как ему в голову пришло, типа, проходить ее таким образом, каким он сейчас проходит. Он сам сказал, что поставил. Не, он мог забыть на самом деле. Ага, skip audio отклик. Но текст, самое важное, текст. All. Text will display at this speed. Не, ну он все поменял здесь, я считаю. Типа, блять, супер нельзя. Супер нельзя, я считаю. Да, алло, короче, прям внутри игры... Угу. Прям внутри игры есть кнопка, которую я просто нажимаю без зажатия клавиши, и она скипает мне всю игру. Угу. Ну. Ну, все.
Получается, вопросы есть еще какие-то? Ну, типа, ты будешь дальше машинить? В смысле, у тебя прям в игре есть кнопка, просто которая... Просто вот я ее нажимаю, она мне скипает, я вообще ничего не трогаю. Все скипает. Ну, так ты вначале ставил в настройках, я сейчас смотрю клип, ты ставил в настройках автоскипы. Я вижу, как ты в настройках ставишь это в саунде и в тексте. Хорошо, мне тут пару доводов тогда, если хочешь продолжить, это мне пару доводов привели. Если в Tower Defense я ставлю ускорение, это считается ускорением игры? Ну, если это не в настройках ставится, мне кажется. Типа, ну, подожди, игре... а в чем разница? Подожди, не, если это на самом экране игровом. Подожди, но я же дольше буду ее проходить. Скорость-то, это же сложность. Я же не могу ускорять игру. Не, ну это ты ставишь не из настроек. Типа, если это прям на самом экране у тебя в игре есть кнопка увеличения скорости, это фишка игры просто. Это фишка игры, это не настройка. Ну, тут тоже фишка быстро. Но это не фишка, ты в настройках это поставил, чувак. Блять, еще раз, это не упрощение. Ну ладно, все, я понял. Богдан, дай, не буду размусоливать дальше. Все, ну давай. Давай. Опять Дискорд, блять. Алло? Богдан, ради тебя и ради всех твоих зрителей, которые на стриме и ради своих, вернул к дефолтным настройкам, скипается точно так же. Ну хорошо, молодец. Ты все на дефолтное вернул, да? Все на дефолтное. Блядь, абсолютно все. Абсолютно все. Я единственная настройка, которая была не дефолтная, это то, что я сделал в начале. Я вернул ее к дефолтному состоянию, и все скипается абсолютно так же. Просто одним ебучим контролом. Ты правду говоришь? Посмотри мне в глаза. Иди клипы смотри. Без негатива к факеру. Ты же просто помнишь, иди смотри что клипы. Тебе он замушнил подсказки в игре от Алваров про Дракулу. Хотя это не влияло на сложность, и это помогало быстрее проходить игру. Блять, по идее так не должно быть, типа. Суть такова, но знаешь, и... суть такова, что ты поставил ну, такую подожди, настройку. Подожди, может мне скажи. Кликать теперь? Может мне кликать? Не, ну так... если у тебя по дефолту Ctrl работает, то это легитимно, я согласен с тобой. Но суть такова, что ты типа на Ctrl в обычных визуальных новеллах можешь скипать диалоги, которые ты типа уже видел. А Байдан, те, которые ты не видел, ты не можешь скипать. Уже час мной проходится просто скипом, понимаешь, вот этим? Час я в нее уже играю. Понимаешь? Угу. Ладно, продолжай игру. Продолжай игру, и все замечательно. Пускай. Ты на каком уровне? На третьем. На пятом твоей жопе пизда. В визуальной новелле есть принципе, два геймплейные механики. Это читать и нажимать кнопку. Тебя наебывают. Кто именно? Он все убрал. Короче, нужно забейтить факера, сохраниться и начать заново. Посмотреть, будет ли скипаться на Ctrl. Забейтите, плиз, в чате факера. Ну, если кому-то не лень, кто, может быть, в обоих чатах сидит. Просто сохраниться, это очень быстро делается. Это очень быстро делается. Без негатива к факеру. Ты же помнишь, что он тебе замашнил подсказки в игре от Алаваров про Дракулу. Хотя это не влияло на сложность. Это помогало быстрее проходить игру. Тут согласен. Но факер там упирался на то, что это типа шар всезнания необходим для прохождения. Он говорил, что это прохождение игры, типа. Без шара всезнания невозможно. Невозможно использовать эту хуйню. Так, окей. Сейчас. Ничего не меняю абсолютно. Старт. Нажимаю. Да, он прав. Он прав. Факер прав на 100%. Я нажимаю на Ctrl и все скипается. Все скипается даже быстрее, чем это возможно. Факер прав на 100%. Видимо, в этой визуальной новелле, правда, движок какой-то такой. Факер здесь абсолютно прав в этой ситуации.